Здравствуйте! Недавно на нашем канале вышел видеообзор ультразвуковой зубной щетки Oclean X Pro. Сегодня будем распаковывать зубную щетку этого же производителя Oclean Air 2. Это обновленная версия зубной щетки Oclean Air первого поколения, которую дополнили различными технологиями. Давайте посмотрим ее поближе. Зубная щетка упакована в красивую белую коробку, выполненную по типу шкатулки. Внутри полная инструкция на английском и китайских языках. Сама зубная щетка Air 2. В официальном магазине эта щетка представлена в 4 цветах. Классическая белая, светло-розовая, синяя и темно-зеленая, как на видео. Сменная насадка с колпачком. И зарядная база с возможностью зарядки от USB. Зубная щетка очень легкая. Ее вес составляет меньше 100 грамм. Легко можно брать с собой в путешествие. Стоит также отметить тихую работу Air 2. Уровень шума при максимальной скорости составляет всего 45 дБ. Это почти в 2 раза меньше, чем у обычной электрической щетки. Для полной зарядки от магнитной станции понадобится 2,5 часа. Хватает батареи на 40 дней при использовании зубной щетки 2 раза в день. В зубной щетке используются две скорости, которые настраиваются посредством нажатия на кнопку посередине. Насадка с обратной стороны имеет прорезиненную вставку для чистки языка и щек. В отличие от обычной электрической, ультразвуковую щетку можно использовать после установки брекетов. Она тщательно очищает поверхность зубов и не повреждает брекет-систему. Air 2 эффективно удаляет налет вокруг брекета и под ортодонтической дугой. Зубы и брекеты очищаются при помощи ультразвука без дополнительных чистящих движений. Спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.